Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Крошка, Крошка. Как всегда, очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, на которой... Привет. Сегодня у нас очень классная карта, на которой вы не записывали тысячу лет. Это FNAF 6. Я буду сегодня сбежавшим бешеным аниматроником. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. А вы сейчас не в вентиляции? Нет, пока что. Хорошо, идите в вентиляцию. Надо вспомнить бы, где она. Я вас жду. В усерии, да? О, я слышу, открывается дверь. Сейчас будет самое интересное. Я помню, это заскриптованные действия игроков. Ждем. Сейчас они начнут ко мне идти сами. Опа. Ну, как ты хотел. Закрой я двери, ветер. Я... Ты сквозняк пускаешь сюда, мне не нравится. Блин, Слышишь? Временно спрятались от Димаса. Закрой двери, ветер идет сильный очень. Тут сквозняки. Тихо. На улице холодно, мороз. Я так прикольно сижу Димас... и вижу свои фонарик. Ноги. Димас здесь нас не видит. Ай, блин, под жопу гранату. Зек, дверь закрой. Ты какой-то псих, что ли? Я так должен... Где ты? Двери закрой. Сейчас я тебе туда помощь отправлю. А где он? Там тебя охранника? В двери. Не знаю. Отлично. Вот это самая офигенная позиция. Так, ребят, вы идете в вентиляцию или как, а? Круто, а я вас не пущу. Серега, а граната в вентиляции запрятана или на улице? Бомба. Это секрет. Все, я понял. Окей. Я сейчас пройду. Ты не пройдешь, я тебе не дам никогда в жизни. Это самая лучшая защита бомбы. А где мое любимое оружие? Может, в следующий раз мы сделаем так, что я буду бомбу защищать? Давай. Так что ты свои тут гранаты? Ребята, настроение офигенно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и мы мочим всех. Дай напуняю. А у меня камера прям во рту. Я прям из зубов. На тебя. Дерьмо, это... Не. Выкуриваем. Жоп, вонючий, ты меня выкурил. Выкурил. Все, я понял, убил. Я буду FNAF 6 сегодня брать, пацаны. Сегодня у нас по FNAF 6 все четенько. Вот ты как-то ходишь... А как ты хотел? Я иду бомбу искать. А ну, обернись, читер. Лови. Ай! Не, давай без этого оружия, это читерское оружие. Хорошо. Оно чересчур имбово, даже я так не могу валить, как вы меня. Почему нет? Ты можешь на расстоянии, слышь ты. А, хорошо, буду на расстоянии. Ты же можешь на расстоянии. О, Серёг, я вот здесь одну маленькую турельку поставлю. Отлично. Они меня пригвоздили, а ты их тыпэхнул. Ура. Сегодня судьба на моей стороне. Я иду к вам, в вентиляцию, пацаны. Я догадался, что бомба там, потому что ты их всех тыпэхнул туда. Значит, вы их будете защищать там. Кстати, вы помните, плюштрап не пригвождается. А он маленький? Он маленький, да. Но я его еще не взял. Я не буду менять. Я буду пока с этим играть. Челепиздриком, который ползает. Ой. Очень странно, ну пусть будет так. А где эти турели? Ребят, ко мне кто-нибудь подойдите сюда. Так, куда? А, на другую сторону давай. Да не в меня, блин. Но... Броня сейчас. Сейчас иду, Серёг. Уже есть. Два человека не надо. Ой, я тпхнулся, блин. Что за говно? Я как-то залетел сквозь карту. Надо еще Ой, уйди сюда. Да я случайно туда не то нажал. Где ты? Я бомбу ищу. Он на нашей стороне, Серег. Я пожертвую собой, здесь взорву. Ай-яй-яй, какое жертвую собой, ты ж меня не жертвуй. Да ух ты! Сережка, я ищу бомбу. Найду. Вот она взорвалась, эта бомба. Класс. Взорвал. Я ее взорвал, наверное. Короче, ты ее запрятал в секретной комнате разработчиков? Да. Все, значит, я ее бахнул. Круто получилось. Не знаю, почему я тоже ее там заныкал. Честно говорю. Ну что, давай еще одну прячь бомбу. Мне понравилось, потому что мы еще не отыграли. За скрайп бэйби. Давай, Серега, прячь. А я пока бегаю на коньках, тут разрабатываю ролики.
Блин, я придумал классный режим, надо сейчас все записать. Димас, на этот раз все не будет так просто, как было до этого. А почему? Будет, ну, куча фейковых бомб. Не, так, а это вентиляции? Да. Ну, у него есть большой минус, у него очень мало жизни. У кого? Плюштрапа. Плюштрапа, да, у него сколько там, 500 хп? Ах ты бомж, испугал меня. А, это баррикада, чего я думаю, почему я не могу найти к выход? Ай-яй-яй, хорошо, хорошо, я иду... А, вот так, знаю, я к ним со всей душой, а они... А мы? Какой душой только? Аниматронической. Челепиздрической. Который хочет нас убить, да? Конечно, я хочу бомбу взорвать. Эй, а чё сквозь карту провалюсь? Это очень странно. Надо. Слышишь? Задумано. Ты смотри, вот, разошлось. Теперь я везде достану. Крошка, посмотри, где я. Как я себе тут построил оборону. Не-не-не. Обернись, давай. Сразу два? Да. Давайте охранять. Чтобы если он уперся, я удалил и застрелил. Да вот, подожди, я никак не могу туда попасть. Вы... А, вот. Эй! Полегче. Блин, вы меня... Когда стреляете, я тпхаюсь назад. А как, получается, вы... Эй! Получается, это стреляй! Гранаты... Гранаты и пули тпхаются сюда? Да как? А как мне пройти? Обстоятельство, да. Обстоятельство. Ах ты, блин, а. Эй, эй. Тут какие-то баги. Ой, миниган пошел. Стойте, стойте. Слышишь? Второй миниган. Они меня вытесняют. Прощай, мог. Прощай, мог, да. Иди туда, вонючка, чтобы он вообще не зашел. Нет, она нас будет фигачить, не надо. Да, да, да. Бомбы, бомбы, бомбы! Да вы меня взрывами откидываете назад. Я трепехаюсь куда-то, непонятно куда. 3 хп. А куда должен? А у меня 19. Блин, еще б чуть-чуть. Убей того. Ну, Серега. Ты бы не чуть-чуть, сзади тебя я. Ну, Серега, так нечестно. Честно, все честно, Димас. Ты аниматроник, а мы колобаки. Кабаки. Бомбы, короче, тут, да, ты говоришь? Да. Одна из них настоящая. Остальные фальшивки. Да. Фальшивки. Эй, отвали. Он в вентиляции, да? Нет. Да, он в вентиляции. Да, он на моей стороне. Ай! Отвали, бомж. Бум. А, это не бомба. Ага, фальшивку нашел. Да, 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 да. Простите. Спасибо, Сереге. А я же не двух полочек от тебя там. Да ну как, я хочу вас убить. А нельзя нас убивать. Это реально жесткая битва, мне нравится. Я иду. Сделать вот так вот. Отойдите. Бомбы, бомбы, понятно. Бомбы. Патрулируем, он может быть где-то здесь гуляет в вентиляции. Да, он здесь. Где он здесь? Чё, притих, не пугай. В секретной комнате. Он в секретной комнате. Понял. Выехала. Он ушел оттуда. Ты куда стреляешь? Я за ним. Вот он оно! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, мне так нравится в этом лабиринте выживать. Бегите от него. Как бака! Ай, бомба, которая подожгла меня! Банка! Да блин, я горел! Так ты мне жопу поджёг! Умер! Блин! Ты не пройдёшь! Так я и не могу! Надо сесть, не надо! Так как... Так нечестно, вы так не договаривались! Мы с тобой вообще не договаривались! А, ну да! Ну все, 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 пацаны! Вы меня разозлили! Серега, бомба в этих комнатах, да, где-то? Да. Врать не буду. Наверное. Серега, как мне пройти, если ты с пулеметом постоянно меня чекаешь? А что, нельзя с пулеметом быть? Он слева, Серега, Серега, он слева. Я бомбу не могу найти. Ты ее приклеил в воздухе, что ли?
Прикинь, да, приклеил в воздухе, она висит в воздухе, и ты ее не видишь. Ладно, не буду тебя мочить с пулемета, буду мочить тебя с дробовика. Там можешь мочить с чего угодно, это и так замочи. Я просто не могу найти бомбу. Ай! Ай! Он где-то здесь, вот он! Ого, дробовик у тебя! Он был невидимкой. Вот говно. Он сзади тебя был вообще-то. Да. Я сначала по нему стрелял. Он сзади был. Но он тут уж был невидимкой, он обошел. Вентиляции там. Я знаю, где. Да ты кабака! Я не могу бомбу найти опять. Сейчас что-нибудь возьму такое. Нет, не сдаюсь, она в этих комнатах, ты же говоришь. А, в одну из комнат. Видел такого? Возьму. Я никогда не сдамся. Из-за тебя. В прошлый раз сдался. Не, в этот раз не хочу. Так ты же прячешь постоянно, очень читерски. А если перехочешь? Ребят, а вдруг он даже не прятал? Прятал, алё. Может, она уже взорвалась? Нет, она бы мощно взорвалась. Ага. Термоядерная бомба такая. Термоядерная. Иди. Серега, ты, ну почему ты меня попадаешься? Не, почему-то не могу найти. Я даже все комнаты реально обыскал. Даешься? Нет. Последний раз пробую. Я ее нашел! Не она. Нет, это не она. Где? Я ныкаюсь. Я бомба. Серега, я нашел бомбу. Где? Да ладно, я ее сейчас заспам. Я не могу найти, я сдаюсь. Сдаешься? Я взрываю тогда ее сам. О, сюда. Ух ты, что? А, это была под карта, это какая-то вентиляция. Нифига себе, Серега, а что ты там заныкала такое мощное? Итак, ну что ж, если вам понравилась эта серия, хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Без взрывов мы просто не можем. Да.